Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод комплексной технологии» создано в 2017 году. Располагается на территории бывшего завода КЗКТ, который был создан в 1960 году в городе Кургане. Это Курганский завод колесных тягачей и был в свое время основным градообразующим предприятием, на котором работало более 11 тысяч человек. Далеко за пределами Кургана известна продукция завода имени Карбышева «Колесные тягачи». И сегодня мы это название выбрали не случайно. Оно позволяет населению города Кургана и области понимать, что промышленность возрождается, завод выпускает современную высокотехнологичную продукцию. Это в первую очередь электростанции на базе дизельных и газопоршневых двигателей. Применяются двигатели известного мирового бренда Mitsubishi. И сегодня мы являемся официальными представителями фирмы Mitsubishi по сервисному обслуживанию данного оборудования. Одним из главных преимуществ модульного исполнения является то, что покупатель имеет возможность в сжатые сроки ввести в эксплуатацию приобретенные изделия. В дальнейшем при потребности заказчик имеет возможность, наращивая дополнительными модулями, увеличить свою мощность. У нас работает больше 150 человек. Мы занимаем площади порядка 10,5 тысяч квадратных метров. Часть прибыли мы направляем на техническое перевооружение. Как пример, на сегодня вводится в эксплуатацию окрасочно-сушильная камера, которая позволит еще больше увеличить качество выпускаемой нашей продукции. За короткое время на заводе создан и работает конструкторско-технологический отдел. Сегодня мы большей частью спектр выпускаемых изделий разрабатываем самостоятельно. Сами разработали схему управления силовым агрегатом, что позволяет проводить пусконаладочные работы без привлечения иностранных партнеров. Полностью укомплектована и создана служба управления качеством, которая проводит пооперационный контроль. Мы полностью самостоятельно изготавливаем шкафы управления. Для этого создан и работает участок сборки шкафов. Все схемные решения разрабатываются нашими конструкторами. Сборка и испытание шкафов проводится на заводе. Учитывая специфику условий эксплуатации нашей продукции, нашими проектантами доработана конструкция в плане удаленного мониторинга, что позволяет дистанционно выявлять какие-то дефекты и тем самым обеспечивает очень высокое качество работы нашего оборудования. Завод настолько нарастил своей мощности, что в ближайших планах у нас стоит увеличение производственных площадей еще плюс порядка 7 тысяч квадратных метров. И когда-то, может быть, у нас будет в планах стоять, также стать предприятием, которое будет являться одним из градообразующих предприятий нашего города, нашей области.